Что за... Что за фигня? Чё это за дичь только что передо мной летала? Чё за фигня? Что? Это что? Бля. Это мой главный герой, что ли? Это просто... ладно, короче, да, с вами... тьфу ты. Стоп, подожди. Петрович. Да не, неправда, тут Петрович вообще-то не живет. Так-то, это неправда. Фу, дезинфа, тут Петрович не живет. Это, хей, ютубу, хей, ВК, с вами был 3А2. Мы сегодня с вами продолжаем играть в Hell Neighbor Modkit. Тут у нас мод под названием I'm Neighbor. И... ну, вы видели, в общем, да. Так, давай, погнали. Здорово. Бля, ну дезинфат, вообще-то Петрович не живет, дядя, вы чё? Алло, тут Петрович не живет, охерели что ли? Дезинформировать тут нас. Так, оп. Нельзя. Спасибо. Не. Беги! А. Круто. Круто. Классно. Что за дичь вообще? Ладно, допустим. Сука. Ой, это такой рофильный мод. Я прям вот не знаю. Ай, блядь, спасибо. Это такой рофильный мод, я прям не знаю. Это просто. Я промолчу. Так, ладно. Тут ничего... А, нет. Тут вот он есть что. Так, отлично, я открыл. Не понял. Типа... А, тут еще один. Вот оно что. Так, так, стоп. Все нормально. Вот оно что. Тут у нас еще один. Так. Твою ж мать, что не так с этим модом? Чем вечно что-то где-то трясет-то, а? Что ж ты делать-то будешь? Так, ладно, пошли сюда. Так, он там заснул пока что. Блять, он проснулся. Ладно, тогда я пошел отсюда, пожалуй. Что? 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 Сраная дверь. Что это за фигня была? Почему меня выталкивает? Блять, давно я в такие вот моды, так сказать, не играл. Моды с большой... Нет, вернее, моды с большой буквой. О, вот, да. А это что за дичь? О, чувствую, это будет весело, ребятки, да. Чувствую, это будет весело, да. Да-да. Да. Чувствую, это будет весело. Так, тут ничего нет? Ничего нет. Так, тут ничего нет. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Здорово. Так. Значит. Давай, наверное, вот так вот чисто с магнитом похожу. Вот так, может, что-нибудь где-нибудь притяну обязательно. Вот тут, вот тут. Ничего нет. Да дядь, харе уже. Так, слушай. Так, нет, стой, нормально вруби. Так, отлично. Погнали к нему в комнату. У него там, потому что я не был. Поэтому давай. О, ружьишка, нормально, пойдет. Может, будет ему по хлебалу заехать. Нашел. Хе-хе, нашел. Так, давай поднимаемся. Вок. Все, отлично. А,
Это у нас типа кошмар, да? Ну, я вас понял, хорошо, допустим. Не, ну, конечно, кошмар, это, конечно, хорошо, я не спорю, но, блядь, как бы хотелось. Да-да-да, что за адские звуки только что были? Здорово, на превьюшку пойдешь. Все, пошел на превьюшку. Пошел вон, сука. Так, касцен тут по новой. Блин, круто просто сделано. Вообще просто ничего не скажешь, блин. То есть я выхожу из кошмара и тут же по новой проигрывается касцена. Прям. Ой, давно я в такие. О, вот на карточках как раз таки. Давно я в такие рофильные моды не играл, которые, знаешь, вот сделаны вот, ну, просто. Плохо, так сказать. Ну вот как это понимать просто? То есть ты понимаешь, я зашел туда обратно, и вот это опять касцена появится. Ну вот, просто. Бля, мне сказать даже нечего. Я прям давно в такие вот моды прям вот плохие не играл. Не, ну как, может я конечно, преувеличиваю, может, это все-таки не такой плохой мод, потому что все-таки хоть какая-то тут касцена-то есть, но. Как бы говорить о том, что этот мод какой-то прям вот хороший, как бы, ну, тоже глупо на самом деле. Уже вот чисто из-за этих хотя бы косяков. Вот видишь, я подошел, то есть опять эти катсцены проигрываются. Как вот так можно было сделать это все, чтобы вот тут вот так вот было, ну. Блин. Ты опять. Ты видел? Ты видел? Там опять эта модель. Блять, такой кринж, такой кринж просто, я не знаю, как это описать, это капец, просто капец. Так, давай что-нибудь попробуем, притягивай, тут что, ничего. Так, ладно, давай, пошли вставим карточку эту сраную, вот сюда, все, попался, который кусался. Вот тебе капканчики на счастье. Опять-то в свои капканы попал. Взять, я думаю, уже, по-моему, много сейчас оторвет этих капканов. Шел вон отсюда. Давай по кругу опять. Оп. Оп. Да-да. Так, стоп. А нет, то есть сначала надо здесь где-то найти ключ вот этот, да? О, ключ нашел. Так, стой. Это ты считать его подходишь? Подожди. Стой, а на том доме, подожди. Это что здесь? Вот он этот ключ. Я чуть не понимаю вообще ничего. Подожди, тут ничего нет, вообще ничего. Вот видишь, ничего. Вот я здесь лечу, вот тут вот лечу, ничего нигде нет. Вот здесь тоже ничего нет. То есть я так понял, этот дом чисто вот, ну, чтоб был, я так понимаю. Хотя сюда можно забраться, может все-таки не просто так. Вот тут вот типа лом лежит. Ну допустим, а дальше-то что? То есть. Я чуть не понял, подожди. Слушай, а может быть произошел, зная этот мод, как бы, может быть произошел баг? С помощью которого я открыл не тем, по сути, ключом вот этот замок.
Я не знаю, как это объяснить, ребят. Ну, как бы все, больше нету замками дверей, понимаешь? Нету, все. Только здесь. У него на поясе ничего нет. У соседа. Наверху тоже ничего нет, что можно открыть. Так а что делать-то мне? Зная автор этого мода, он, наверное, просто взял, короче, и код в замке и в... Вернее, в замках и в... Вернее, блин. В замке и в ключах двух поставил одинаково, из-за чего вот такая путаница произошла, наверное. Я так полагаю. Ну вот, типа, мы открываем. Блять, опять что-то трясется, блин. О, да. Да. Так, ладно. Ну смотри. Ну тут ничего нигде не закрыто, чтобы ты понимал. Ничего нигде не закрыто, вообще ничего нигде. Вот я сюда забираюсь. По тросу мы проходим. Беру лом. Я сказал, беру лом. Ты не понял, я сказал, беру лом. Так, стой. Вот это выброшу. Беру лом. Так, ага, мне, кстати, у меня ж магнит есть. Я что-то туплю. Проходим. Спускаемся. Ну и все. А зачем тут ключ? Да я говорю, наверное, просто автор там перепутал коды замка и ключей. И, короче, так получилось, что оба ключа подходят к одному замку. Вот я тебе говорю, 100% так получилось. Вот прям вот говорю. Прям вангую. Все, готово. Открываем эту дичь. Посмотрим, что ж там. Мне даже страшно думать, что там в подвале. Так, стой. Мне даже страшно думать, что там в подвале. Я чувствую, там такой сейчас звездец будет. А, вот куда мне надо. Все, все, ладно, сорян. Сорян за гон, братан. Но это не отменяет того факта, что мод кринжовый. Нет, я ничему больше не удивляюсь. Вообще ничему. Это меня даже не удивляет, вот такая фигня. Так, у меня есть фонарик. Ну, допустим, хорошо. Тут открыто. Тут закрыто. Ну, путь один. Подожди, по-моему, где-то ключ был, нет? А, нет, мне показалось. Ну, все, значит, путь один, значит, пошли давай. Давай в эту сторону. Маска тут. О, я ключ нашел, замечательно. И чё? И чё? Нет, вот и чё? Ну вот и чё? Вот, ну, и чё? Вот и что делать? Что вот делать? Что мне делать? Скажите мне, пожалуйста. Вот скажите. Вот давай. Автор этого мода, вот скажи, что мне делать? Вот что? Ну давай вот. Ну просто поинтересоваться мне, понимаешь? Вот поинтересоваться. Вот что мне делать? Вот что? Ну вот застрял я, да? Вот давай, что мне делать? Что? Стула у меня нет. Только фонарик. И ключ. Все. Вот что мне делать? Вот если не пользоваться гостом, вот что мне делать? Выпрыгнуть я не могу. Все. Я застрял. И вот что? И что делать? Вот скажи мне, пожалуйста. Мне просто поинтересоваться. Ой, бля. Да. Не, в принципе, а что я удивляюсь-то на самом деле? Удивляться на самом деле нечем. Тут уже с первого уровня на самом деле все понятно. Блять, ничего не вижу. Привет. Шел нахуй. Да, вот, ну, просто, я... Мне даже сказать нечего, вот, серьезно. Мне просто даже сказать, блять, нечего. Я просто прям не... Охуенно. 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 О, да неужели? Так... Давай, погнали снова сюда. Так, нет, стой, давай там еще посмотрим. А то что-то как-то это, что-то я тут особо-то ничего не поискал. Так, тут, по-моему, что-то... А, вот, ключ-карту нашел, отлично. Так, пошли, значит, ключ найдем. Так, опять он заснул. Вот тут... Подожди. А! Ну замечательно, да?
замечательно просто. Нет, мне просто сказать нечего. Вот реально, мне прям просто сказать даже нечего. Все, погнали, давай. Бежали, блин. Отсюда. Как можно скорее. А. И что? И как бы... Слушай, давайте, наверное, просто молча переключу уровень и все. Я даже распинаться тут не буду, потому что я знаю, что если я начну распинаться, то это займет минуты две, наверное. Ну давай, короче. Вот, все, ребят, конец. Конец. Не, музончик, конечно, хороший в конце, но проблема-то в том, что сам-то мод дерьмо, извините. Вот серьезно, извиняю себя, что я так жестко, но это ведь правда. Как бы серьезно, это горькое, но это правда. То есть даже вот в подвале, то есть даже вот эта вот конечная точка, в которую нужно зайти и телепортнуться на следующий уровень, даже она как бы не сделана. Во-первых, вот эти сраные катсцены, которые после того, как ты проходишь кошмар, они по новой загружаются. Типа, почему нельзя сделать нормально катсцены, как вот делали это другие мододелы? Я как бы сам катсцены в модах именно на Hello Neighbor не делал, но вот я, как человек, который в принципе-то катсцены делал, только там вот в своих именно играх, то есть, которые я делал на Unreal Engine, я могу сказать, что, ну, как бы... Мне тоже как бы это не нравилось делать, да, соглашусь, но как бы раз уж ты решил делать 5 кат-сцены в своем моде, то будь добр, сделай это нормально. Так, чтобы они как бы не проигрывались по новой, после того, как ты проходишь, там, не знаю, кошмар, там, или не знаю, какой-нибудь уровень, который тебе, вернее, после которого ты возвращаешься обратно на карту. Но это ладно, это ладно, это ладно. Во-вторых, вот что меня больше взбесило больше всего, то есть в подвале вот это вот, ой, блядь. Прыгну. Да какая разница. Короче, в подвале вот это вот, когда ты идешь за желтым ключом, то есть ты должен оттуда как-то выбраться. Вот у меня вопрос к автору, а как я должен выбраться оттуда? Вот серьезно, как? Вот если не пользоваться ГОСТом, вот забыть про ГОСТ, вот как я оттуда должен выбраться? Вот как? Скажи мне, пожалуйста, вот если смотришь это видео. Я вот понятия не имею, как я должен оттуда выбраться. Вот правда, я понятия не имею. И как бы там нету возможности выбраться без ГОСТа. Зачем делать такое? Почему нельзя перепроверить несколько раз, чтобы ты мог сам выбраться без ГОСТа? То есть, ну, почему нельзя такие элементарные вещи просто взять и проверить? Потом, опять же, в конце вот подвала, в смысле, вот этот телепорт, блядь, он вообще, блядь, не работает. Ой, ладно, короче, да, как вы поняли, мод так с натяжечкой такое себе, да. В общем, да, с вами был я, Ball32, мы с вами играли в Hello Neighbor Mod Kit, у нас мод под названием I'm Neighbor. Получается, у меня осталось 3 мода на Hello Neighbor Mod Kit и там еще несколько модов в Steam. И все, и пока что на этом как бы моды кончаются. Потом, конечно, может еще какие-нибудь новые повыходят, но пока что, да, пока что новые... Вернее, пока что в целом моды кончаются, поэтому, да, поэтому... Да, поэтому скоро мы с вами что-нибудь другое будем... Вернее, я буду кое-что другое снимать. Сорян, что у меня тут мозги немного не варят, просто у меня уже прям вот почти ночь. В общем, да, с вами был я, Ball32, мы с вами играли в Hello Neighbor Mod Kit, и да, всем пока.